Пау. Вот, ура. Свершилось, друзья, наконец-таки на вторую карту мы собрались. Это будет карта Порт, бронзовый матч Иеремии Immortal, второй сезон Лиги Crossfire, организованной компанией Mail.ru, игровым порталом Place2Play.ru. Понеслась. Первую карту у нас забирает Иеремия, 1-0 по картам. Ну и посмотрим, поборется ли Immortal или отдаст все-таки. Отдастся полностью, целиком и полностью Иеремия. Ну так по раскладам, по афише, да, естественно, у нас Иеремия фаворе, Иеремия немного сильнее по ходу этого сезона себя показала. Тому явное подтверждение, что они закончили этот сезон на первом месте у нас. Ну и в точно таких же раскладах, как заканчивали мы первую карту, начинаем и вторую за атаку. Xever, Enable, Vice, Drace и Time to Die — это все Иеремия, и Defense от Immortal. Базло, Риа, Стел, Келлен и Рауш. Ну уже двоих нету Иеремии. Легкая аркада такая была. Протроллили по центру Иеремию и забрали двоих. Теперь им думать. Теперь им думать, они собираются у нас под длину А втроем. Раскидывают ее. Пошел дым. Сейчас посмотрю, куда и что он закрыл. Что пока не вижу. Ну и фаст выход. Келлен. Келлен, Келлен, Келлен. Так, Келлен нас встречает. Встречает, но как-то не айс. Спину пошел обходить стел. Ну и последнего Вайса кто-то берет. Стреляется, он дает ему даже заходить наверх. Ну и 1-0 в пользу команды Immortal. Что по карте по этой можно сказать, что давным-давно, еще когда у нас был первый сезон Лиги Crossfire, был такой в этом самом сезоне финал между Virtus.pro, тогда еще G-Set, и командой Immortal. Тогда Immortal у нас жесточайше отыгрывали дефенс на порту, кстати. Ну и я не завидую, честно говоря, Иеремии, если вдруг ребята вспомнят, какими они были молодыми да удалыми в том самом финале, и покажут хотя бы примерно, что перед этой серией. Если не покажут и будут сдуваться, как сдувались по ходу второго сезона, то, в принципе, можно им говорить «давай, до свидания» и четвертое место. Ну, пока не ровно. Первый раунд вроде бы и четко взяли, но тут Келлена последнего оставили, отдали точку Б, там, под размены, и последний Келлен будет с калашом решать судьбу этого раунда. Бомба заложена, трое на Б, ну, тут я не знаю, тут флешка вряд ли поможет, тем более, что и сам себя флешит. Десяточку убрал у калаша, осталось 20, еще одна флешка, ну, Келлена уже загоняют на флажки. Под лестницей стрельба, над лестницей. Ну и в жбан Келлен Вайс дает 1-1 во втором раунде. Становится у нас счет. Сделаем их. Дымовая. Дымовая. Так, интересно, интересно. Атака предлагает. 2-2-1 стали. Time туда нижнюю темку. Почему защита отдала ее полностью? Смотрите, не в курятник, никто ни верхнюю не зашел. Time туда это там гуляет. Двое укрепили у нас Б. Это Рауш и Базло. Дрейс перемычку пошел. Ну, в общем-то, дали Иеремии сейчас разгуляться в этом раунде. Стел, где Стел? А, вот. Вот у нас центр смотрит. Ну, чисто выход центр, да. Он даже окошечко это не зачекал. Хотя там Time туда, я думаю, что не стеснялся. Не на халде ходил. Ну и пойдет ли он в стелла? Не пойдет. Натопал, натопал. Стелл не шевелится. Хотя бы инфу должен дать стелл, что проход на Б. Базло первый, кто Б включает, понимает. Уходит, выйдет, ну и никого не забирает. Там еще где-то... Ага, Рауша уже нет. Выходит на Базло, дожимать его, пушить. Патроны лишь только в тепле, у Базло остается уже 5, 4, 3, 2, 1, перезарядка, ну и добрали его. Риа со спины, и он последний, и он погибает, 2-1 в пользу Иеремии. Ну так, несколько неожиданно для Immortal явился этот выход. Так, в принципе, что неожиданно. Дымовая! 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 Осколочная.
Ну и поехали, поехали. Смотри, четвертый раунд. Опять вдвоем занимается центр команды Еремия, Дрейс и Enable. Тайм туда и в перемычке. Вайс пошел аркады смотреть. Келлен одинокий, одинокий у нас такой грустный, одинокий Келлен. А так туда не пошла. А так пошла у нас по ним через центр. Бамбу дропнули у них. Ну, подбирают. Подбирают. Стел выходит на Келлена. Сейчас посмотрим. Разберется. Убьет своего соперника. И отлично. Там что там убивает. В отличном прыжке. Так, спалил позицию. Понимает, куда ему стрелять. Одного высекает. Рауша в полете. Надо забирать. Делает это. Дигл. Против третьего, но не играет. 2-2. Пока и на второй карте у нас разница. Ну, в принципе, то же самое, что было и на первой. Абсолютно ровная первая половина. Ну, и такая разгромная вторая. Это Еремия. Естественно, что дисбаланс в этой карте смещен. Дисбаланс есть, и преимущество есть за дефенсом. Ни для кого это не секрет. В принципе, дефенсу здесь чуточку полегче. Посмотрим. Так, есть у нас встреча в Нижней Темке. Под размен попадает Базло. И один в один разменялись. Дымовая. Так, еще один минус. Рауш уже минус 2 в этом раунде. Минус Вайс на этот раз. И тройка. Тройка Еремия. Отличный хэт от Enable. Влез он на козыречек и дал минус. Дает быстрый ретейк просто от обороны. Хотели они попытаться не дать даже бомбу поставить. Ждут Рауша. Подпрыгивает. Получает в жбан. Последний рея у нас остается. СВМ зачеканный. Надо ему спрыгивать. Надо давать хотя бы один минус. Потом с дигла разбираться. Но по таким позициям стоят. Хорош. Меняй на калаш. Нет, 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 нет. Все-таки добрали рея. 3-2. 3-2. Еремия пока что тащит. Мне 101. За всех отсуваться. Да, логичный вопрос. Дымовая. Световая. Дымовая. Ну, постоянно комбинируют свои переходы команда Еремия. Постоянно они меняют, в принципе, с одной оговорочкой. Time to Dime по жизни Нижнюю Темку занимает. Почему Стел постоянно стоит и ни хрена не делает? Вот видит даже трассы пули или что? Или не видит. Как бы хорошо, в том раунде сыграл. Но кто ж на тебя, друг ты наш, ситный, пойдет второй раз? Твоя позиция как бы спалена. Ну, Еремия прекрасно понимает, что нижняя темка открыта. Можно ее свободно пройти. А, в это время пошли у нас Еремия проходить. Что, Стелл очнулся? Ой, очнулся Стелл. Смотрите, Б решил посмотреть. Дымовая. Втроем и Еремия у себя на медле пока что выбирают вектор своей атаки. Бомба есть. Бомба у Иксивера. Ну и центр вдвоем Enable и Vice. Enable стоит под воротами, ждет выхода. Стелл вернулся. Стелл вернулся, не спи, замерзнешь. Так, убирает Рио у нас центр Enable. Снайпер в снайпера, получается минус снайпер. 2 в 4. Затянул, отличный прострел через ящик, додавил кошеточку Иксивер, за это ему мстят. Вайс последний, проходит, бомба далеко от него. Ну, надо сейчас бегать и думать. Ой-ой-ой. А я что-то получается, и забираю его. 3-3. 3-3. В принципе, не сказать, что Immortal показывает что-то такое серьезное. Еремия сама. У меня нет корректных, интеллигентных слов, чтобы описать то, что делает Еремия. Либо они что-то наигрывают и тренируют, ну, в бронзовом матче. Дымовая, световая, осколочная. Ну вот, разумительный сплит на закид, хорош. Так, Нейп, мост у нас смотреть, слепой, ну, тут флешки отличные.
летят просто дефенсы, размены пошли. Респом, хорош, Нейбл. Бегла добивает, и последнее базло ВКонтакте добьют его. Естественно, на перезарядке ловят, и минус базло. Эксивер делает это с Дигла, и 4-3. Ну, ура, проснулись. Доброе утро, Еремия. В принципе, вот, первый агрессивный, да, такой серьезно агрессивный раунд от Еремии. Ну, и не сдерживает Immortal. Теперь им нужно что-то придумывать. Хорошо, придумывают, занимают верхнюю темку. Вот, Рия начал играть у нас, СВМ, молодец, свои респы. Базло занимает нижнюю, сейчас тайм туда и сюрприз будет. Он уже сколько раундов туда ходил, никого не встречал. Ну, почему-то в этом раунде решил подойти, и все-таки неожиданностью это для Базло явилось. Есть второй хелпует, Трауш. Осколочная. 3 в 2. Осколочная. О, неожиданность. Осколочная. А нет. Так, теперь Келлен решил взять. Ну, удачу. Вдруг. Enable Vice. Вдвоем. Знают, где и другие, где и те, и другие. Где они сами, где их соперники, Enable решает все-таки более ему привычную АВМ взять. Ну, идут на А. Идут на А. Посмотрим, подозревает ли об этом атака. Пока что Келлен у нас ВКонтакте погибает. Ну и Стелл далеко с моста пропускает, никого не видит. Бомба будет плентиться и Вайс... Вайс первый в дуэль. Тяжело, вот всегда тяжело такие позиции отыгрывать, но как бы 1 в 2 очень-очень даже ничего. Можно было бы. Но минус Стелл от Enable, и 5-3 счет у нас в пользу Еремии. В первой половине тащат они за атаку. Тащат команду Immortal. Жаль, конечно, что столь замечательный коллектив, как Immortal, у нас так сдает. Сдает позиции, но сильно не будем ругаться, все-таки это Еремия. Дефолтный раунд. Это Еремии решили они постоять у нас, наверное, все-таки минуту. Первый минус. Адрейс на центре, Рауш, как всегда, ну, там виноват. И, открывая Рауша, распечатывают точку Б. Там есть подлог. Подлог заберут, конечно, за ящиком. Вадим выходит спреем, одного дает, Дигл, и минус, минус. Весь дефенс, 6-3 счет. Да, не сладко, конечно, Immortal. Так терпеть за дефенс, это жесть. Дымовая. Дымовая. Световая. Десятый раунд первой половины. Возможно, он будет последним. Возможно, у нас Еремия его... положит к себе в копилку. Вайс уже есть. Открывающий минус в этом раунде. Минус Риа. Ой-ой-ой, еще. Еще Дрейс минус Келлен. И втроем. Ну, сыпется. Сыпется Immortal. Снимают одну ту же позицию. Двое. В излете. Стелл на мосту. Точка открыта. Рауш отбивается. Пытается центр. Ну, отгоняют его. Забирают. И все. Легенько. Легенько для Еремии. 7-3. За атаку. Ну, жесть. Так, ну без всяческих перерывов, идем мы на продолжение, идем на вторую половину. Напомню, что счет первый у нас был 7-3 в пользу Еремии, и, честно говоря, мне становится, да я думаю и вам, немножечко грустно, и понятно, кто станет обладателем бронзы. Ну, борется, молодцы у нас Immortal, изо всех сил, дать должное, дай бог.
Дымовая. Теперь они будут отыгрывать атаку. Посмотрим. Всего 4 раунда нужно Еремии до победы. Простреливают здесь дерево. Пошли. На Б. Два отличных хеда. Третьим надо делать. Да, все-таки подбирает на последних патронах базло своего оппонента. И Ксивер с точки А. Стримглав несется на Б. Пятерых. И мне, пожалуйста, спрей в тело. И мне в жбан отдайте. Ну, примерно с такими сейчас. Ну, не знаю, как минус 5 сделать. Я еще раз повторюсь, один раз, точнее, когда-то я об этом рассказал, один раз я видел, как чувак как раз-таки вот из курятника выходил и просто по одному патрону раздавал. Так, чпок, 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 чпок. Ну, тогда там было 1 в 4, а вот сейчас... Да, вот как бы все четко. Световая. Все четко в спину добирают. Ну и 1-0 в пользу Immortal. 7-4 счет. Дымовая, дымовая, дымовая. Осколочная. Осколочная. 7-4, 7-4. Подключите газ в квартире. Ну, не знаю. Камбэка я, конечно, жду от Immortal. Я хочу третьей карты, тем более, что родная для Immortal, в принципе, это карта порт. Для всех равная, родная, но для Immortal она удобная, скажем так. Могут они на ней играть. Ну и для меня остается загадка, почему вот такая вот первая половина от них, тем более, что первую карту они отдали. Могли бы и постараться, световая, в принципе. Световая, осколочная. Выходит у нас атака на перемычку, выходит на Immortal, раздают хорошо базло спреем, ну и Келлина также в спину. Сухой раунд для Еремии, 8-4 счет становится, двукратное преимущество, а это уже много. Ну и два раунда, два победных раунда Еремии до матчпоинта, 3 до победы. Дымовая. Световая. Торопится у нас Immortal, что-то прям вот вообще. Они разбредаются по карте, начинают просто давить массой по всем сторонам, флангам таким. Знаете, как пропавших без вести в лесу ищут. И отряд солдат идет в шахматном порядке в линию. Вот примерно так же сейчас Immortal у нас давили атакой. На каждую позицию по одному выходили. Ну а первое правило, наверное, командного боя, никогда не суйся на соперника один. Даже если он тебя один встречает. В принципе, тебя всегда под размен, это тиммейт. Ну, а тут чувак, ты перестреляешь. Ну, неписанное такое правило, команда Immortal у нас нарушает, за что отхватывает. Enable минус 2 СБ, СВМ в оконцовке этого раунда и 2-1 в пользу Еремии во второй половине, второй половине второго сезона Лиги Crossfire в бронзовом матче. Ну и идут они к победе. К успеху, пацаны. Хорошая встреча. Темкин, центр, в аркаде. Нет, не прошивают. Ирия последний на мосту. Ой, жесть. Миссия провалена. Победил да, да. Грусть, тоска. 3-1. Еремия, матчпоинт первый теперь. 10-4 счет, 6 раундов преимущества. Immortal до ничьей нужно забирать оставшиеся раунды в свою пользу. Сплитна всей командой, закидка отрезающего у нас центр пошла. Ну, встречают хорошо и тормозятся Immortal. Но патенты все-таки убирают потихонечку соперников. Бомбу высекли у них, тайм туда и быстро с Б, Вайс. Аж на респе у Теров, кошмар. Ой-ой-ой, минус тайм туда и Вайс последний. Точка на воздух, Вайс хорошо в упоре первого, это минус Рия, ой-ой-ой, и флешки-хаешки. Ну да, и слепого забирают. Ура, Immortal берут второй раунд во второй половине. Ну, хорошо, ладно, хоть так. Мне что, одной за всех отдуваться? Дымовая. 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 Никаких аркад, ну вот, нет, все-таки пошли. Эксивер и Дрейс. Дрейс поплатился, Эксивер... Носит ноги. Один убирают его. И атака втроем. Точнее, оборона втроем остается. Тайм туда. Фритейки.
встречает первого. Хороший спрей, опрокидывает. Надо наверх забираться. Отлично, он это делает. Коробку прошивает. Нужен, да, давай. Нет, Вайс последний. Вайс последний. В двоих сильнокаленых есть у него все шансы. Сейчас бы хаешечку такую туда. Тю, и было бы бабам. Я думаю, что двоих положил бы, и было бы это шикарное окончание просто бронзового матча. Но так нет, пошел проходить с калашом, и все-таки красавец Рауш забирает для своей команды этот раунд. Долго, долго, конечно, стараться Иммортал. Ну, надеемся на то, что они будут это делать и заберут, например, все оставшиеся раунды. Я на это очень надеюсь. Решили Чечнёй. Чечнёй пойти в курятник. Тут их встречали хорошо и под хорошую. Хороший дождь из пуль попала. Команда Immortal. Световая. Спина уже есть, Базло смотрит. Световая. Планится бомба. Сейчас слетит на воздух. Так, Вайс дает минус тел, пошел выходить. У нас Дрейс включает его из-за ящика. Иксивер пытается с центра помочь тиммейтам, и он минус. Дрейс минус 2, красавец. Вайс, прошу прощения, дефуз, бомба и... И... ГГ. Друзья, я вас поздравляю, бронзовый. Обладатель бронзы у нас выявлен, и это команда Еремия. Со счетом 11... Дай бог памяти. 11-6. Заканчивают они вторую карту в свою пользу. И 2-0 становится у нас счет по картам. Immortal с деревянными медалями на четвертом месте остаются. Ну, вот как-то так. В принципе, сыгран у нас первый матч. В принципе, третьей карты, как бы мы этого не хотели, не получилось. Да и борьбы, чтобы такой уж сильно особо, тоже не получилось. Thank you.